Сегодня приведем порядок текстовый документ, который я скачал с интернета. Сначала я вам покажу, в чем его проблема. Этот текст отформатирован с помощью моноширинного шрифта, и выравнивание по ширине сделано с помощью пробелов. Если мы изменим моноширинный шрифт на обычный, все выравнивание полезет. Так же самое, если мы изменим размер шрифта. Видите, все форматирование поразрывалось. Для того, чтобы увидеть причину такого странного поведения, отображаем непечатаемые символы. Чтобы избавиться от этой разметки, мы должны сначала заменить все последовательности пробелов на один пробел, потом все абзацы заменить опять же на пробел. В результате у нас получится цельные предложения, а в местах, где был абзац, вот здесь, будет два пробела. И эти два пробела мы меняем на знак абзаца. В результате этих манипуляций у нас получится обычный текст, абзацы которого будут размечены абзацами, а предложения не будут разорваны. Все это мы будем делать с помощью такого мощного средства Microsoft Word, как поиск и замена. Интерфейс поиска и замены вызывается с помощью нажатия горячей клавиши Ctrl-H. В первой строке мы вводим тот элемент текста, который нам нужно найти. А во второй строке мы вводим текст, на который мы должны этот элемент заменить. Так как мы сейчас будем менять пробелы на один пробел, то мы вводим такое значение. Крышка W. Это обозначает любое количество последовательных пробелов. Во второй строке просто пишем один пробел. Нажимаем клавишу «Заменить все». Программа отработала, заменила последовательности пробелов на один пробел. Теперь, как я и говорил, мы меняем абзац на пробел. Он кодируется с помощью последовательности крышка P. Во второй строке у нас остался пробел. Опять нажимаем «Заменить все». В результате у нас получился монолитный текст без абзацев. Теперь мы должны вернуть абзацы на свои места. Как я и говорил, абзацы будут в местах, в которых будут находиться два пробела. Вот, например. Поэтому здесь вводим два пробела, а здесь вводим крышка P. Заменить все. Окей. Скрываем непечатаемые символы. И теперь мы можем проводить с этим текстом обычные наши привычные манипуляции.